Мир вам, уважаемые радиослушатели! Вас приветствует еженедельная христианская радиопередача «Миссию Фрэнштейна». Евангелист Марк в 16 главе нам говорит такие слова, что по своему воскресению Иисус сперва явился Марии Магдалине, 11 ученикам, затем более 500 братьям и, конечно же, всем возлюбившим Его. Дорогой друг, явился ли тебе Христос в твоей жизни? Открылся ли Он тебе? Впустил ли ты Его в свое сердце? И насколько явно и искренно произошла твоя встреча со Спасителем мира? Ведь от этого полностью зависит, где ты будешь проводить свою вечность. Да благословит тебя Бог на твоем жизненном пути. И наши еженедельные радиослушатели, а также все, кто случайно настроили свой радиоприемник на эту христианскую радиоволну. Все предлагаем вашему вниманию тему под названием «От чего зависит уровень моего положения в спасении?». Мы желаем вам Божьего благословения. Спасение всем дается. Взгляни, спасение всем дается ныне, еще сегодня Божья благодать. Приди сейчас, или умрешь в гордыне, приди, чтобы навек не опоздать. Вот благодать в людях теперь открылась, Сын Божий в детях сам теперь живет. Пиши, о друг, пока дверь не закрылась, не опоздай, пока тебя он ждет. Крови овец, козлов уже не надо, Иисус твоей кровью заплатил. Он вновь тебе спасение отворил. Отдай ему, как жертву дорогую, себя и сердце для хвалы Христа. Он хочет твою душу золотую вести через Голгофские врата. Вы слушали передачу «Миссии Фрэнштейна». Мы сердечно благодарим Бога за возможность этой передачи. Если у вас есть вопросы или вы желаете получить Евангелие, можете нам написать. Наш адрес – Германия, «Миссия Фрэнштейна», Гимборна Штрассе, 20-51-709, Маринхайде. Миссия Фрэнштейна, Гимборна Штрассе 20-51-709, Маринхайде. Будем очень рады получить от вас письмо.